прямом эфире «Вести Хакасия» в студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в этом выпуске вы увидите. Опасный раритет. Абаканский пенсионер нашел возле мусорного бака пистолет времен Великой Отечественной войны. Картофельный карантин. С территории Берегчурского сельсовета запрещено вывозить овощи и грунт. Гранит науки. В Абакане у здания Хакасского технического института установлена необычная скульптура. В эти минуты на Первомайской площади проходят народные гуляния, посвященные Дню Республики. Хакасия отмечает свой 22-й день рождения. К этой дате сегодня было приурочено вручение государственных наград и званий. На торжественном собрании побывала Юлия Константинова. На торжественном собрании в честь самого главного праздника Хакасии представители всех городов и районов республики. Больше 600 человек. Полный зал. Обстановка торжественная. Ровно 22 года назад Хакасия стала самостоятельным полноправным субъектом Российской Федерации. От всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой в нашей истории. За эти годы республика прошла большой и сложный путь развитие сегодня является одним из самых стабильных и благополучных регионов страны. Регионом, где увеличивается промышленное производство, развиваются сельское хозяйство, социальная сфера, где уделяется внимание сохранению культурного богатства, приоритетом, отметил в поздравительной речи Виктор Зимин, всегда были люди. Поэтому 27 награжденных, в том числе званием почетный гражданин республики Михаил Побызаков, ветеран Великой Отечественной войны, который так совпало отметил сегодня юбилейный 95-й день рождения. Мирной жизни. Участнику Курской дуги, воевавшему на Центральном и Белорусском фронтах, зал аплодировал стоя. Рукоплескал и тем, кто награжден медалями. Катанова, трудовая и родительская доблесть Хакасии. За спасение погибавших, орденами за заслуги перед Хакасией. Галина Трошкина – один из самых известных в республике людей. Больше 40 лет в социальной сфере. Десятки ключевых должностей. От учителя начальных классов, председателя облсполкома до председателя Республиканской организации ветеранов. Я работала с людьми, и поэтому эту награду я разделяю со своим народом Хакасии. С народом, который сегодня отмечает день рождения республики. Один из главных для полноправного субъекта федерации праздников в году. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Вести Хакасия». Кстати, с Днем Республики главу Хакасии, а также всех жителей региона сегодня поздравил Сергей Шойгу. С Хакасией министр обороны России хорошо знаком, поэтому уверен в ее дальнейшем процветании и развитии. На территории одного из сельсоветов Аскейского района введен карантин по золотистой картофельной нематоде. Специалисты Россельхознадзора приняли такое решение после обследования и анализа почвы приусадебных участков в селе Берегчури на станции Югачи. Проведенные проверки показали, что вредным организмом, который приводит к опасным заболеваниям картофеля, заражено около гектара земель. Теперь, чтобы вывести с территории Берегчурского сельсовета корнеплоды, почву или посадочный материал, необходимо получить карантинный сертификат. Его оформляют в Управлении Россельхознадзора по Хакасии. Добавим, первые признаки поражения нематодой наблюдаются вскоре после появления всходов картофеля. Зараженные растения образуют немногочисленные стебли от 1 до 3 штук, которые часто имеют искривленный вид и преждевременно желтеют, начиная с нижних листьев. Распространяется картофельная нематода в основном в стадии цист, которые переносятся на любые расстояния с зараженной почвой, оставшейся на клубнях, корнеплодах, сельхозорудиях, инвентаре и обуви. Нематода не боится засухи, затопления и морозов. С 1 июля вступил в силу новый сельскохозяйственный техрегламент. Согласно ему, забить скот на частном подворье и продать мясо фермер отныне не сможет. Он просто не получит необходимых ветеринарных справок. О нововведениях сговорили несколько месяцев назад. Время исполнить требования закона было. Успела ли Хакасия оборудовать достаточное количество скотобоин, решили узнать наши корреспонденты. Олеся Калиниченко изучила ситуацию в Усть-Абаканском районе. Введение новых требований к убою скота в первую очередь ударит по карманам простых крестьян. Тех, кто разводит хозяйство для себя и лишь сезонно продает излишки. Массовый забой свиней и КРС участников начнется в конце лета, когда необходимо собрать детей в школу. Но Россия вступила в ВТО, и теперь, согласно новым правилам, реализовать мясо можно только в том случае, когда убой произведен в специально оборудованном месте под присмотром ветврача. По техническому регламенту продать забитое дома нельзя. Ну нельзя. Все. И он фактически вступил в силу, вот этот регламент. По 19-й статье никакой отсрочки нету.
Но вы пока все равно штрафовать не будете простых. Ну, мы же люди, мы же понимаем нашу страну, да, с учетом раскачки и всего остального. Несмотря на то, что новый техрегламент по мясной продукции вступил в силу, до февраля 2014 года действует переходный период. То есть этой осенью участники могут работать по старой схеме. Убой скота проводить у себя в подворье и реализовывать продукцию. В следующем году никаких послаблений уже не будет. У местных властей осталось совсем немного времени, чтобы организовать в крупных населенных пунктах оборудованные бойни. В селе Райково Усть-Абаканского района под это планируют перестроить бывшую котельную. Надеемся, что придут предприимчивые люди, то есть предприниматели, которые возьмут на себя ношу по реконструкции вот существующего вот этого здания и в 2014 году открыть его уже как для забоя скота, как от крестьянского фермерского хозяйства, так и от населения. По данным местных властей, село Райково в прошлом году поставило на мясной рынок Хакасии около 900 туш КРС. Работы в деревне практически нет. Личное подсобное хозяйство – это одна из главных статей дохода для сельских жителей. Пользоваться услугами профессиональной бойни люди в принципе не против, при условии, что она будет в шаговой доступности и за приемлемую плату. Если в деревне сделают бойню, и плата будет, соответственно, недорогая, то нормально. Это гораздо будет удобно и выгодно, чем везти куда-то в Усть-Абакан, там, допустим, или в Абакан на мясокомбинаты сдавать, или здесь частников нанимать, чтобы они приезжали, кололи. Можно сказать, что жителям села Райково повезло, у них бойня появится в обозримом будущем. Как быть малым населенным пунктом, где рядом нет крупных фермеров и нет заброшенных котельных? Вариантов немного. Первый – нанимать машину и везти животное на ближайшую бойню. Второй – за бесценок продавать корову живым весом перекупом. Они, кстати, уже активизировались и, по всей видимости, их услуги востребованы. Олеся Калинченко, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Сегодня стало известно, кто будет представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах депутатов Верховного Совета Хакасии. Список кандидатов был утвержден на конференции, которая прошла в региональном отделении партии. Голосование было тайным. В итоге утвержден перечень фамилий, в котором представлены все одномандатные округа и территориальные группы. Добавим, что в список попали и 32 депутата республиканского парламента прежнего созыва. Выборы будут непростые. Мы понимаем, что сегодня активизировались многие партии, причем и не парламентские, на территории Республики Хакасии. Это еще и обусловлено тем, что выборы у нас совпадают и с выборами главы субъекта Республики Хакасии. Соответственно, работа будет непростая. Прогнозировать я не могу цифры дать. Даже, наверное, будет и некорректно. Да? Но мы думаем, что большинство, которое было в Верховном Совете, мы его добьемся. В федеральный закон о материнском капитале внесены поправки. Отныне обладатели сертификата, которые берут займы в финансовых организациях, обязаны предоставлять в пенсионный фонд специальный документ. Он будет подтверждать именно безналичное перечисление денег. Напомним, гасить займы средствами маткапитала, даже если ребенку еще нет 3 лет, сегодня официально разрешено, но только если речь идет о приобретении или строительстве жилья. К тому же теперь предоставлять деньги под семейный капитал и обязательно в безналичной форме могут лишь определенные учреждения, в частности кредитные и микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы. Изменения в законодательстве вступили в силу с первых чисел июня. Если деньги были выданы из кассы потребительской кооператива, либо микрофинансовой организации, либо иной организации, такой займ мы не можем погасить за счет средств материнского капитала. Мы можем удовлетворить заявление в том случае, если женщина в заявлении указывает сумму, та, которая была перечислена в банк, и плюс еще процент начисленный, потому что мы гасим не только основной долг, но и также проценты. Нововведение позволит снизить количество случаев нецелевого использования средств материнского капитала, то есть исключит так называемое обналичивание сертификата. Владельцам документа это может грозить не только лишением полагающихся им федеральных денег, но и уголовным преследованием. Медицина возвращается к опыту прошлых лет. В стране вновь вводят всеобщую диспансеризацию взрослого населения. Иными словами, пройти полное медицинское обследование сможет и работающий, и неработающий гражданин, и студент, и пенсионер. Совершенно бесплатно и, как говорят врачи, буквально за один день. Старт диспансеризации был дан в апреле. Активно ли идут жители республики в поликлиники и насколько серьезно подходят к вопросу профилактики болезней, узнавала Наталья Гармашова.
Черногорские медики решили не ограничивать информацию о всеобщей диспансеризации стенами поликлиник. Сегодня в городе Угольщиков объявление о старте федеральной программы развешено на подъездах многоэтажек. Жильцы читают, но пока на прием не спешат. Скидку можно сделать на то, что диспансеризация началась только в апреле. К тому же в разгаре дачный и отпускной сезон, поэтому в первых рядах на медобследование пенсионеры. Хирурга, нервопатолога, пульмонолога, все анализы. Каждое свое здоровье успокоится. Сейчас же непредсказуемые все болячки вылазят. Так что я считаю, что это очень хорошо делали диспансеризацию именно для пенсионеров. Пройти обследование несложно. В первую очередь нужно взять паспорт и медицинский полис и пойти к своему участковому врачу без предварительной записи. Второй вариант – прийти в кабинет до врачебного приема в поликлинике. Здесь предстоит заполнить анкету. Ответ на вопросы позволит выявить факторы риска заболеваний. На месте пациенту измерят рост, вес, артериальное давление и дадут направление на осмотры. В каждой возрастной группе свой перечень. Людям с 21 года и до 39 делают кардиограмму, флюорографию, анализ крови, проверяют уровень холестерина и глюкозы. Проводится осмотр акушером-гинекологом. На втором этапе добавляется УЗИ брюшной полости, измерение внутриглазного давления и маммография для женщин. Это с 39 лет. Мужчины старше 45 сдают кровь на онкоманкеры. Пациентов за 50 ждет обследование невролога. Если выявилось заболевание, человеку предстоит более углубленное обследование. И, пожалуй, самое главное. В первую очередь на диспансеризацию ждут пациентов, которым в данный год исполняется 21, 24, 27 лет и так далее, прибавляет 3 года, вплоть до 100 лет. То есть одному и тому же человеку полное обследование предстоит раз в 3 года. Наталья Гармашова, Владислав Пустовой, «Вести Хакасия». Житель Абакана принес в полицию боевое оружие времен Великой Отечественной войны. Мужчина рассказал, что пистолет ТТ и 7 боевых патронов к нему он нашел. Все это кто-то выбросил в мусор. После детального обследования полицейские установили, что пистолет произведен в Советском Союзе в 1939 году. Он в хорошем состоянии и вполне пригоден к стрельбе. Сейчас сотрудники пытаются установить последнего владельца оружия и заодно проверяют достоверность слов сдавшего его человека. Евгений Шишланов заявил, что нашел оружие ранним утром возле мусорных контейнеров. Он шел в гараж, заметил полиэтиленовый пакет. Ради любопытства пнул его и услышал металлический звук. В свертке 64-летний пенсионер обнаружил пистолет ТТ калибра 7,62 мм и магазин с 7 боевыми патронами. Сейчас оружие направлено на экспертизу, проводится проверка. Если рассказанное подтвердится, то Евгений Шишланов получит денежное вознаграждение в соответствии с республиканским законодательством. Несчастный случай на воде. Накануне двое подростков 15 и 16 лет отдыхали на пляже в Абаканской зоне отдыха. Они решили переплыть Дрену, однако у одного из молодых людей во время заплыва случился приступ астмы. Он потерял сознание. На помощь подоспели спасатели, которые несут дежурство на пляже. Пострадавшего доставили в больницу. С завтрашнего дня в Хакасии начнут ходить новые пригородные поезда. Речь идет о направлении Абакан-Шира-Ужур. Напомним, ранее эти населенные пункты охватывали поезда дальнего следования. Но из-за нерентабельности железнодорожники приняли решение направление отменить. Глава Хакасии Виктор Зимин пообещал решить вопрос. На сегодняшний день договоренность с руководством Красноярской железной дороги достигнута. И с 4 июля из Абакана в Ужур можно будет добраться на электричке. Правда, только 3 раза в неделю. По четвергам, пятницам и субботам. Отправление из Абакана в 15:00, прибытие в Шира в 19 часов и в Ужур в 9 вечера. В обратном направлении пригородный поезд будет отправляться на следующий день рано утром. Отметим, что цены на проезд в электричках примерно на треть ниже тарифов, установленных для поездов дальнего следования. В Хакасии может появиться еще один надехоохраняемый памятник природы. На сегодняшний день на территории республики их 4 – все рукотворные леса. При этом нет ни одного археологического. Однако совсем недавно в Аскисском районе была обнаружена гора Уйтак, которая как раз может пополнить список памятников и стать именно археологическим, а не природным достоянием хакасского народа. Почему местечко привлекло такое внимание ученых, расскажет Елена Крылова. Настолько четкие отпечатки древних растений в руки ученым попали впервые. Что-то подобное находили и раньше, но в худшем качестве. Благодаря тому, что в древности на территории нынешней Хакасии никаких сейсмособытий не было, эти камни хранились спокойно 400 миллионов лет. Вот здесь видно, что это веточка была. Здесь есть раздвоение. И как раз видно на поверхности вот эти бугорки, которые представляют древнюю как раз кору этой маленькой веточки. И таких обломков здесь очень много.
Известно, что эта территория в древности была океаническим дном. Берег располагался метрах в 200 от этого места, так что ветки древних растений доплыли до сюда, опустились на дно и легли в песок. С помощью этих отпечатков ученые могут точно восстановить картину местности в палеозойскую эру. Ландшафт был, значит, очень, так сказать, живописный. Вот эти вот лепидодендроны представляли из себя высокие деревья, значит, до 80 метров. Ну, полностью, значит, ландшафт был болотисто-увалистый такой. Вот. В дальнейшем на нем уже сформируются потом угленосные толщи. Теперь ученые на горе Уйтак работают с особым энтузиазмом. Территория раскопок здесь большая, и они надеются найти еще что-нибудь любопытное. Правда, есть опасения, что той же самой идеей заразятся и люди от науки далекие. Пока эта территория никак не охраняется, все в свободном доступе. В дирекции по особо охраняемым природным территориям ситуацию пытаются исправить. Уже разрабатывается эколого-экономическое обоснование создания данной природной территории особо охраняемой. И потом это материалы будут направлены на государственную экологическую экспертизу. И я думаю, в конце осени мы уже получим заключение этой экспертизы. И в дальнейшем, я думаю, в конце года у нас особо охраняемая природная территория, памятник природы будет создана. К слову сказать, что Уйтак не единственный объект, который в дирекции считают нужным ставить под охрану. Есть еще несколько, тот же Салбык или Сундуки. Но именно Уйтак в этом списке поставлен первым. Уж очень ценны для науки практически копии древних деревьев. Елена Крылова, Юрий Курочка, Евгений Бояринов, Вести, Хакасия. У Хакасского технического института теперь еще одна отличительная особенность. Сегодня в Абакане у главного входа в ВУЗ открыли новую скульптуру «Гранит науки». Инициатива и воплощение идеи принадлежат администрации города. Открытие состоялось сегодня утром. Скульптура выполнена в виде куба, на гранях которого выгравированы не только математические формулы, но и расхожие пословицы, смысл которых сводится к общему знаменателю – учить ум точить или учение свет, а не учение тьма. Любопытно, что гранит науки выполнен на самом деле из гранита, добытого за 5 с лишним тысяч километров от Абакана. Этого гранита хватит надолго грызть, поэтому это настоящий гранит, карельский гранит, привезенный из Петрозаводска. Так издалека, а ближе нет? А черный цвет, это оттуда, чтобы видно было, хорошо читалось, у нас нету такого черного гранита. А здесь шлифовали, здесь писали все. И на этом сегодня все. Хорошего настроения и до встречи в эфире.